Жан, Дмитрий, добрый день. Сегодня 9 декабря 2022 года. Снимаю небольшой видеоотчет с нашего производства по изготовлению вашего дома. Так, нахожусь на территории нашего производства. Первое — это навес, куда мы вывозим сухой профилированный брус, а также собираем пиломатериал для домокомплектов. В этом цеху мы изготавливаем сам домокомплект, а на заднем плане сушилка, где мы сушили брус, в том числе и на ваш домокомплект. Брус для вас мы просушили в специальной сушильной камере, камера конвективного типа. То есть брус сохнет за счет теплого воздуха. Вот это провода, это датчики, которые вкручиваются в брус и на компьютере показывают влажность. Вот они, датчики, которые вкручиваются в брус. Дополнительно еще проверяем своим влагомером влажность бруса. Ну, то есть вот вниз головой, но примерно 9% снаружи. Прямо в кадре дисковая пилорама, на которой мы пилим из леса брус разного сечения. Здесь вот уже напилен пиломатериал, в том числе и на ваш дом, обрешетка, стропила, доска на леса. По домокомплекту уже готово 2 пакета. Вот они, готовые изделия, затянутые лентой под пленкой. Это ребята делают сейчас компенсационные пропилы на брусе перед сушкой, для того, чтобы брус равномерно сох и не было трещин на лицевой стороне. Ваш брус мы уже просушили и уже его строгаем. Так. Вот уже просушенный брус, то есть он в камере пожелтел, так как выделилась смола. Так выглядят компенсационные пропилы и брус после сушки. После того, как брус завезли в цех, мы его строгаем на четырехстороннем станке. То есть с четырех сторон придаем профиль брусу. Две стороны гладкие, две стороны с гребенкой. Вот это 6-метровый погонаж. Здесь отбраковываем лишние детали, которые не подходят. И после этого уже на чашкорезном станке нарезаем чаши по проекту. Сейчас идет изготовление уже на 3 пакета. Готово, вот начали 4-й пакет делать. Немножко уже сделали деталей. Вот оно. Санкт-Петербург. Первая часть вашего домокомплекта. После того, как нарезали чашки, все детали упаковываем на поддон. Вот он, готовый 3-й пакет. Так он сейчас выглядит. Вид сверху. Все детали подписаны. Например, эта деталь обозначает ось Е, 10-й ряд. Длина детали 500 мм. Короткий чопик. С лицевой стороны трещин практически нету, благодаря компенсационным пропилам. Чашка на станке сделана с противоветровым замком. Ну и вот отсюда лучше видно, как выглядят торцы деталей. Лес зимней заготовки. Влажность бруса составляет не более 20%. Есть у меня с собой влагометр. Давайте проверим влажность в середине бруса. 18%. Вот она, лицевая сторона деталей. Этот пакет готов. Сейчас ребята его затянут пленкой. И будем вывозить. Приступать уже к 4-му пакету. Тоже 18%. Изготовление вашего домокомплекта идет полным ходом. Планируем до Нового года все доделать. А с праздников уже доставлять к вам на участок и начинать сборку. На этом видеоотчет завершаю. Спасибо за внимание. До свидания.